Отже, радий представити гостя нашої студії, керівника відділу арт-терапії, режисера сімейного театру Центру реабілітації дітей-інвалідів міста Одеса Фауст Міндлін. Доброго ранку вам. Доброго. Спасибо большое, что вы с нами. Вот так, гости с Одеси приехали в кукольный театр на фестиваль, а мы в гости к себе вас позвали, и не просто так, потому Спасибо. что хотелось бы поговорить об уникальном, по сути, центре. В Николаеве подобного еще нет, хотя есть зародки, скажем так. Как давно у вас существует этот центр? Двумя словами не обойтись, и не только в Николаеве ничего подобного нет, но, пожалуй, что я просто это знаю по тем Не отзывам, понаслышке. не понаслышке, потому что работаю в этом доме 17-й год, всего нам уже 21, исполнилось 3 сентября, ничего подобного в мире нет. И вот почему. Я перехожу к обещанным двум словам. Много лет назад идея пришла в голову великому гражданину Украины, великому одесситу Борису Владимировичу Литваку. Он был достаточно благополучным, интересным, харизматичным, говорит, человеком, многое умел. И вот однажды в семье у него была беда, горе, и его дочь практически просто попросила, дала ему вот эту идею: папа, ты занимаешься здоровыми детьми, людьми, а кто поможет вот таким? И он взялся это реализовывать. Ему говорили о том, что это невозможно. Все разумные люди, образованные, умные люди всего мира. Говорит, Боря, это невозможно. Ну, Но, как подумай известно, сам. гениальные мысли все-таки они сумасшедшие. Правда. Это не просто какая-то легенда и какое-то литературное, Выражение, да? это в данном случае реальная история. Он оказался из числа тех людей, которые не знали, им не сказали каким-то образом, что это невозможно, и поэтому у них получилось. Он не знал слова «невозможно». А действительно, пришлось совершить подвиг. Лет 11, если не меньше, в ногах валяясь у всего мира, врываясь в Сенат, в Ватикан, куда угодно, дергая за рукав, что называется, прохожих, он создал какую-то касту, влюбился в свою сумасшедшую идею, стал обрастать адептами, и движение началось. Цель была сделать бесплатный центр реабилитации тяжелейших детей, бесплатный, масштабный. Это произошло, невзирая на все неверие. Мы сейчас можем гордиться тем, что в течение нашего срока действия, сказал Господи, нашей жизни 21 года, мы поставили на ноги, внимание, 28 тысяч детей. 28 У меня мурашки тысяч. пошли, если честно. Честно Потому говоря, что... это испытывают все, кто приходит к нам, потому что для нас стало рутиной, мы не замечаем, это нормально. Но мы не больница. Сейчас я перехожу к тому, что почему, какой театр, о И чем какая речь. реабилитация, Как? да? У нас мы не только медицинской, но и социальной, психологической, всеми формами реабилитации, это огромный комплекс. На заезды по 2 недели 150 человек проходит, уезжая, следующие, потом несколько раз повторяются эти циклы. Их нужно лечить, их нужно селить, кормить. В общем, это три огромных здания. Лечебный, собственно, корпус, пансионат с двумя бассейнами, солярий на крыше, зал с официантками, развозящими тележкой, четырехразовое питание они заказывают. Все, что только может быть там насыщено этим делом. Такой же компьютерный уникальный центр, там платформы специальные, 4, 8D, где воспроизводится движение. Все это Чтобы сенсорику задействовать. Совершенно верно. Мы изобретаем сами какие-то невероятные вещи. И все это дает тот результат, о котором я сейчас сказал. В нем есть Вот у нас есть удивительное... некоторые фотографии, хотелось бы тоже их акцентировать внимание на них и тоже увидеть, как все это происходит. Вот Мне наши тоже зрители интересно было, чтобы это тоже, вы тоже отобрали, да. видят, да. А вот как, по сути, я так понимаю, происходят эти занятия, да? Не совсем так. Вот мы сейчас на фоне занавеса в нашем театральном зале, вот мы ближе уже и подошли. Я с куклой. Занавес авторский, так же, как и фигура летящего над городом парящего золотого ангела, потому что наш дом называют «Дом с ангелом». Так его принято узнавать. Скучное название мы... Вот. Здесь вот у нас... Я перехожу такими вот прыжками, Театр, простите. Все-таки. Единственное учреждение лечебной мире, в структуре которого есть театр. Есть везде воспитатель, люди с какими-то куклами, но... Больничные клоуны, вариаций много всего. Это совершенно верно, но действующие... Вот есть неврологи, логопеды, кто угодно и так далее, и есть театр. Где ты работаешь? Спрашивают. Я работаю 301 категории. Где? В центре Литвака. Как? А так. Эта идея пришла в голову великому кукольнику Резо Габриадзе.
Он сказал Борису Ивановичу, царство ему небесное, Боря, здесь должен быть театр. И он не успел договорить эту фразу, Борис Ивановича выхватил ее из воздуха, что называется, и возник пятый этаж, центр был до этого четырехэтажным. Угу. Там сейчас, это в театре кукол, вот... Дело в том, что я практически всю свою жизнь отработал в театре кукол. Uh-huh. И именно в этом качестве, поскольку Габриадзе кукольник, мы были группа людей, приглашены для работы с детьми. Так это начиналось в этом театре. Потом я там остался в качестве режиссера. В общем, все через театр кукол. Но самое главное, вот, что, скажем так, удивляет, поражает, потому что многие здоровые дети боятся выйти на сцену. А здесь дети, которые имеют определенный недуг, не боятся не только выйти на сцену, боятся, но и показать себя. Боятся, страх боятся. Есть. Как происходит вот эта реабилитация? Преодоление. Вообще наш девиз нашего дома – преодоление. Вопреки всему действовать, да, идти к цели. Совершенно верно. И что касается приема семейного театра, в данном случае он простой, он лежит на поверхности, ребенок зажат, не способен ни на что. Каркас, который может его держать в более спокойном состоянии, которое позволит ему действовать, мама, ничего теплее и проще не бывает. Мама рядом с ним, за ним. Говорит его, что называется. И он, зная, что она подскажет, поможет. И сама чувствует не очень себя уютно. И видит, что маме тоже страшно. Успокаивается сам, говорит, успокойся. Ну, это же просто. Вот смотри, я пойду сейчас. И идет. Это я упростился, но вот работа совместная. Допустим, одну и ту же роль играет мама с ребенком. Они как бы вот играют. И когда, как бы сказать, мы придумали, играем импровизацию. Потому что она заложена здесь. Сбои, какие-то нестандартные ситуации. Моментально мама, простите, Ваше Величество, я и объясняю. Так хорошо, да, продолжай. Подхватывает ребенок и получая, возможно, передышку. Все идет очень органично. Потом они уже обходятся без таких вот подпорок. И сегодня в Николаеве, мы переходим к этому, дети, которые прошли эту подготовку, без мам практически выйдут на сцену. Без всяких. Вот так, круто. Вот так. Будут, что сегодня будете показывать? Пустяки. Простые вещи, хотя мы были способны и исполняем спектакли. Вот ребята эти самые, которые, я чуть-чуть просто назад вернусь, с вашего позволения. Они пришли в том состоянии, в котором не было возможности им делать ничего, а нужно было. Если мы говорим вообще о недугах этих детей, чтобы понимали зрители, это какой спектр, скажем так, недугов? Ну, прежде всего, это, опорно-двигательная, да, это опорно-двигательная и центральная нервная система, это ДЦП. Это эпилепсия, это поражение, тяжелые поражения нервной системы и, соответственно, полная заблокированность, искаженность и так далее во всех каких-то вот... И нужно все это снимать с блока, вытаскивать, делать их абсолютно похожими на сегодняшних детей. Наши коллеги из Николаева удивлялись, вчера глядя на наших детей, мы не видим в них никаких... Ребята, несколько лет на то, чтобы только сказать какими-то... Не скажу, какими усилиями, для того, чтобы заставить их на тебя посмотреть, слушать, понять и сделать следующий шаг. И так, шаг за шагом. А сейчас эти ребята совершенно не отстают от всех. Это наша задача – реабилитировать. И они выходят на сцену, даря надежду другим детям. Это реабилитация в прямом смысле слова. Mm-hmm. Они научились общаться, переключаться. Они адаптированы к этому. И не лучшего инструмента, чем театр, мы не придумали. И там у нас такая возможность есть, я возвращаюсь, тут вот театральный зал на 100 мест, оборудование, все на свете. Есть зал, инвалидный спорт у нас есть, и мы проводим фестивали для особенных детей всего города, всех учреждений города. Я знаю даже, что к вам приезжали из другого города. К нам приезжают и со всего мира, открыв рот. И уходят, открыв же рот, долгое время идут по улице, как у Бабеля. Поэтому он король, а вы держите фигу в кармане. Да, такая вот история. Это действительно нам, ну, работаем и работаем. Люди приходят к нам и не понимают. Все, что я сейчас перечислил, это бесплатно. Бесплатно. Жилье, питание, медицинская помощь. И это не только для детей Одесской области, правильно? Конечно, нет. Мы не отказываем никому. Мы только выстраиваем очередь, кому нужно в первую очередь помочь. Потому что дети растут, и нагрузка на костную систему и так далее. Одним словом, мы приходится все время так бежать, простите, сумасшедшее утро какое-то. Вот пришлось оставить театр, потому что, во-первых, это стало интереснее, и я увидел конкретную, вот мы говорим, красота спасет мир. Это искусство. А здесь конкретная реализация, да? Вот
Вот ты сделал то, что ты делал просто потому что это твое штатное расписание, это твоя работа. Придут зрители, надо отработать, да? Понимал на шестом, да, где-то там плане. А вот ты сделал. Ты вышел к нему, он потянулся тебе навстречу, сделал первый шаг. И хоть вот стоишь вот... У нас, вот можно я литературную маленькую историю угощу Николаевич. У нас была девочка, которая была, ее принесли. Так часто начинают дети наш путь в этом доме. Ее принесли, она не говорила, не двигалась, ничего. Это было, как говорят, грубым словом, овощ, обидным и несправедливым. Каторжная работа лет 11 продолжалась. Подвиг врачей, родителей и так далее. И вот однажды, у нас была какая-то, у нас еще картинная галерея, выставочный зал, это все отделение арт-терапии, извините. Ну, эта девочка вошла в зал, внимание, и сказала, обращаясь к Борису Ильичу, дядя Боря, я придумала танец, хочу подарить его всем вам. Можно? Не могли мы толком выразить несколько слов. Музыка, и девочка начала танцевать классическую композицию, балетную. Она занималась балетом. Сейчас девочка работает, закончила балетное училище и работает солисткой балета нашего академического театра музыкальной комедии. Вот такие результаты. Мороз. Вы у меня сегодня и мороз, и мураш, а и мы все. Среди этого мороза живем вот и работаем. И вот семейный театр дает надежду большому количеству детей. И мы действительно, так сказать, их ставим на ноги. Это один из инструментов, который мы покажем сегодня в Николаеве. Маленький спектакль называется «Мы сказки рассказывают». Каждый как умеет, мы по-своему, и называются эти маленькие сказки классические, по-своему выражены сказки, бусинки в исполнении наших детей. Тайна для тех, я никому не говорил вообще об этом, но вам скажу. Давайте, мы приехали, ну не выдавайте. Дело в том, что мы приехали с Томса, мало того, что сказать, дети, эта группа детей первая на фестивале. Мы приехали, ребенок заболел, он жил под капельницами сейчас. И нам пришлось накануне выезда распределить всю нагрузку на оставшихся детей за один день. Выкрутиться. И вот они сейчас... Легкая импровизация от них тоже. Я говорю о том, что эти дети, которые не были способны на какие-то другие вещи, сейчас способны вот на то, что подготовленному трудно решиться. Мы относимся к этому с огромным удовольствием и счастьем. Боси не надувая щеки. Мы благодарим фестиваль, что он дал возможность показаться этим детям. Для них это огромный эмоциональный шаг. Они будут, они уже спрашивают, когда мы еще приедем, покажем. Глаза горят, они гордятся, они уважение к себе испытывают. И это замечательное чувство подарил Николаев, за что ему огромное спасибо. И Виктория Петровна Терещенко, с которой мы дружим, я ставил в Николаевском театре спектакль, ну это давняя дружба, пригласила нас. Хотя мы не совсем входим в формат театров кукол, но, тем не менее, мы получаем огромную пользу и менее, украшаем этот фестиваль вот таким вот, расширяем его рамки. Друзья, у вас есть сегодня возможность прийти в кукольный театр города Николаев и, соответственно, в 16 и в 18.00 увидеть спектакль, в 16.00 покажут воспитанники, а вот в 18.00 мы на спектакль от гостя нашей утренней студии. Вам спасибо большое и огромный респект за работу, которую вы делаете, потому что реально дети, как вы говорите, состояние овоща переходят в настоящих артистов и полноценных участников социума. Спасибо. А Николаев продолжает их поддерживать. Спасибо большое вам.